сьогодні завітав організатор Friends Festival Юрій Євдокимов. Вітаємо тебе. Добре утро. Що ж, розповідай нашим телеглядачам, що ж це за фестиваль друзів ти організовуєш? 30 сентября в Корабельном районе мы планируем провести семейное, молодежное, многокомплексное мероприятие, которое будет призвано именно к окончанию летнего сезона, началу осеннего, и провести веселое время, провести время со своими друзьями в развлекательной программе, с концертной программе. Поэтому приглашаем всех 30 сентября в Корабельный район на спортивную площадку возле Водолея с 4 часов до 10. Гарна задумка створити такий сімейний дружній фестиваль. А взагалі, як виникла у тебе ідея до його створення? Как вы знаете, мы недавно только отметили День города. Отож, тільки пройшов один фестиваль, тільки одне було масштабне свято, і одразу до іншого переходимо. И с друзьями, коллегами задумались, почему бы не провести какое-то еще большое мероприятие для того, чтобы закончить уже сезон таких много комплексных семейных мероприятий, пока еще позволяет погода, пока еще теплая и сухая погода, и для того, чтобы подытожить такой наш тяжелый рабочий год, мы решили все-таки последнее мероприятие отгулять и пригласить как можно больше локаций. В этот раз у нас будет уклон больше на образование, больше библиотеки, школы, университеты, профтехучилища, разные локации с майстринями, с громадскими организациями, больше детских локаций, и планируем также установить большую сцену для того, чтобы все желающие могли как поучаствовать со своими коллективами, как и получится музыкальные коллективы, танцевальные коллективы, так и чтобы всем, кто придет на наш фестиваль, было удобно наблюдать за этим действием. Ти сказав, що основний упор у вас буде на навчання, на навчальну тематику. Чому ви обрали саме це? Ну, я розумію, що осінь, пора навчання, але молодь любить розважатися, а ви вирішили нагадати, що все ж таки навчання, навчання, навчання. Ну, для того, чтобы не повторять те локации, которые были уже на День города и на предыдущих мероприятиях, мы пытаемся все-таки внести разнообразие для того, чтобы показать, какие есть у нас возможности в Корабельном районе, в городе Николаево, для того, чтобы люди не уставали от однообразия, мы демонстрируем, какие-то есть вообще возможности и сферы задействовать свои увлечения, свои возможности. Для вивчення свого професійного спрямування ви запросили багато гостей, які будуть розповідати миколаївській молоді, де можна навчатися, які спеціальності можна обирати, хто з викладачів, з яких університетів та коледжів до вас завітає. На сегодняшний день нам підтвердили своє участие Сухомлинський університет, юридична академія. Также у нас будет выставка профессий по службе надзвичайних ситуацій, поліції, де можна буде воочию видіти, чим займаються наші служби, посидіти, попробувати покрутити баранку техніки. Можна буде спробувати себе у їхньому, можна сказати, амплуа. Так. Про навчання, про професійне спрямування ми поговорили, це така теоретична частина вашого фестивалю. Переходимо до розваг, до того, що молоді діти полюбляють якнайбільше. Концертна програма буде? Концертна програма буде з 7 до 10 часов. Ізюмінка нашої концертної програми, ми договорились з нашим одною Ніколаївською школою, яка сделает специальное шоу, именно фаер-шоу для наших зрителей. И в конце завершения у нас будет примерно полчаса дискотека. У нас будет специально приглашенный диджей, который и сделает этот завершающий вечер в этом году. Що ж, навіть дискотека буде. До котрої години буде ваш фестиваль для того, щоб діти могли відпроситися у батьків? Именно концертная программа будет с 7 до 10 часов. Хотелось также отметить, что это мероприятие проходит при поддержке управления молодежной политики, при поддержке международной грантовой системы в рамках Active Citizen, это британского совета, и при поддержке депутата городского совета Горбенко Наталии Алексеевны. Велика у вас підтримка, така масштабна. Ми поговорили про розваги, ми поговорили про навчання, але ще одну тематику ми ще так торкнулися зовсім скользь. Це майстер-класи від майстринь. Чому будуть навчати молодь, які майстер-класи будуть проводити, з якими знаннями можна буде вийти? Майстер-класи в основному будуть направлені на дітей, для того, щоб задействувати їх,
Из того, что мы планируем, это рисовать, лепить, красить, все такое, что можем, в принципе, пока погода позволяет. Все, що робити ручками. Да. Ти також сказав, що у вас буде встановлена велика сцена, на яку зможуть виходити і показувати свої вміння абсолютно усі бажаючі. Для того, щоб колектив міг виступити на вашому фестивалі, необхідно заздалегідь попереджувати тебе, як організатора та співорганізаторів, чи можна буде в той же день прийти і сказати, ми вже з костюмом, ми хочемо танцювати? Абсолютно правильно. Получается, для того, чтобы выступить на нашей сцене, нужно предварительно нас предупредить, потому что коллективы к нам сейчас обращаются, предупреждают, что они будут участвовать. У нас уже подтверждено участие и детских садов, и школ-интернатов, и наших местных коллективов. Поэтому, в принципе, программа уже спланирована, ну и еще мы смотрим, кого можем, в принципе, привлечь к участию. У вашій інтерактивній роботі з глядачем та тим, хто буде виступати, чи буде якісь подарунки, розіграші, чи, можливо, якесь заохочення для ваших учасників? Ну, как и всегда, мы используем какие-то призы от наших партнеров. Это могут быть и билеты в кинотеатр, или какие-то другие билеты. В тот раз мы использовали билеты в цирк. Поэтому посмотрим, кто будет еще партнерами у нас в этот раз, и будем разыгрывать эти билеты, пригласительные места, где смогут провести весело как и дети, так и их родители время. Юрій, зовсім нещодавно пройшла одна подія, яку організовував ти разом зі своєю командою. Вже зовсім скоро наступна подія буде. І щось мені так нагадує, що, мабуть, і зовсім скоро ще й майбутня подія буде запланована. Поділись своїм секретом бадьорості та такої, можна сказати, невпинної роботи, що постійно вам хочеться створювати щось нове. Можливо, ти поділишся своїм секретом, і наші телеглядачі, глядачі нового дня, також будуть прокидатися із думкою, що можна створювати щось активне і гарне для свого міста. Все зависит от ожиданий, которые возлагаешь на мероприятие, и эффект, который ты получаешь в результате его проведения. Вот у нас были ожидания не совсем такие, как мы планировали на День города, намного больше, намного ярче и красочнее у нас получились и ожидания, и результаты, поэтому захотелось все-таки продолжить эти такие традиции, захотелось дальше продолжать организовывать мероприятия для людей, потому что очень много было позитивных отзывов, очень много было пожеланий, чтобы все-таки чаще проводились мероприятия в Карабельном районе, и мы залучилась підтримка депутата Горбенко Наталья Алексеевна, которая пообещала нам поддерживать всяческие инициативы не только как от нашей организации, от нашей команды, так и от других общественных организаций или инициативных групп людей. Що ж, ми дякуємо тобі, що сьогодні завітав до нашої студії, проанонсував фестиваль «Друзі», який буде відбуватися коли? 30 сентября в Корабельном районе на спортивной площадке возле Водолея с 4 до 10 часов. Приглашаем всех жителей города Николаева, а особенно жителей Корабельного района и прилегающих территорий. Що ж, дорогі наші телеглядачі, вже знаєте, де можна гарно провести час 30 вересня.